Знаете, недавно кто-то меня спросил из журналистов, ну, дурацкий вопрос. Я так и сказал, что это не серьезный вопрос, но я попытаюсь серьезно ответить. А что бы делали вы, если бы вы были президентом? Я очень удивился и сказал, что у меня таких мыслей вообще никогда не было. Я не готовил себя к политике, я не пошел в Верховный Совет, дважды меня приглашали. Это чужое мне. Я просто живу в этой стране, я гражданин, я мыслящий гражданин. Но что бы я сделал? Я задумался и сказал, вы знаете, если бы я стал президентом, первое, что бы я сделал, я бы создал вот этот общественный совет. Потому что я не настолько умен, чтобы предлагать экономические и какие-то другие инновации, очень важные, социальные инновации. Я бы не допустил, чтобы в моем окружении были люди типа этой дамы, которая сказала, что... Галина, как я, Третьякова. Третьякова. Я бы в своем окружении таких людей не держал. А если бы, ну, ошибки могут быть у каждого человека, но если бы мы увидели, что некоторые из тех, кому мы доверили серьезное решение серьезных задач, ведут себя неприлично или глупо, я, как президент, делал бы все возможное, чтобы избавляться немедленно и извиняться перед народом, что это моя вина. Mea culpa, как говорили римляне. Угу. Зеленский – представитель очень важной для нас профессии, он юрист, и его окружают юристы. Но это странные юристы. Я думаю, что они дипломы имеют, а знаний мало. Так получилось. Когда-то, когда начиналась Украина, я романтически мечтал, я говорил об этом, я писал, что самое важное, меня даже обижались некоторые люди, писали незнакомые, что две профессии самые важные, ни врачи, ни физики, теоретики, это школьные учителя и юристы.